всей страны. Она олимпийская чемпионка. Но для мамы она всегда оставалась дочерью, которой с 13 лет не было рядом. Когда ты последний раз ела конфеты, шоколадный торт? Я не знаю, просто высыпалась. С травмами она выходила на соревнования, пока ее мама со слезами на глазах смотрела на ее победы. Держись себе. Ты для самой сильной, у тебя все получится. Для него не существовало другого места, кроме первого. Ребро оторвалось и давит на печень. Саш, надо сниматься. Он боролся со сломанными ребрами, и только близкие знали, насколько ему больно и тяжело. После ранения врачи говорили, что его спортивная карьера закончена. Я пловец. Мне еще на Олимпиаду надо. Но она верила, будут новые победы. Даш, я не смогу. Ты сможешь. Чтобы поставить его на ноги, она отказалась от своего будущего в спорте и всегда была рядом. Наши близкие делают нас чемпионами во всем. Только они готовы делить с нами боль и слезы. Только они помогают подняться, когда мы падаем. Неизвестные стороны олимпийских побед из реальных историй жизни трех наших легендарных спортсменов. Чемпионы. Быстрее, выше, сильнее. Во всех кинотеатрах с 18 февраля.